Спортивный азарт и здоровый образ жизни. На площадке спорткомплекса «Юниор» прошел турнир по баскетболу среди команд городов в присутствии госкорпорации «Росатом». В Саров приехали три команды из Нижнего Новгорода, Заречного и Озерска. Также участвовала и сборная Саровского ядерного центра. Выбираемся уже не первый год, лет, наверное, 6-7 уже точно приезжаем сюда каждый год. Нам ехать недолго, часов 5 примерно. Хороший уровень, то есть всегда приезжаем, всегда нравится. Всегда играем две игры, всегда. Ну, бывало даже три играли. Ожидание, ну, победить сегодня, пробиться в финал, а там игра покажет. Первый день соревнований состоялись полуфинальные матчи. Баскетбольная команда города Озерска существует с 1955 года. Она – победитель индустриальной лиги Челябинской области, неоднократный участник турниров по стритболу «Оранжевый атом». Участие в «Мирном атоме» для них традиционно. Готовились, тренировались, проводили часть ребят, участвовала в ветеранском турнире в Пермской области, часть там в городских, в стритбол был летом. Готовились к турниру, ну, команды здесь сильные, у нас уровень немножко пониже, но мы набираемся опыта, молодых наигрываем. Вот один у нас четвертый номер, вот приехал молодой игрок. Так что, ну, надеемся, результаты повысятся. Во второй день соревнований организаторы провели финал и матч за третье место. В упорной борьбе победу одержала команда из Заречного. Серебро у сборной ядерного центра. Нижегородцы третьи. При этом гости нашего города не ограничились только спортивной программой. По городу, конечно, мы посмотрели, сходили в музей на экскурсию. Так стараемся, конечно, город очень красивый, интересно посмотреть. Никита Белямов, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.